Давайте тратить меньше, но не затягивать пояса. Еврокомиссия призвала Евросоюз вернуться к бюджетной дисциплине, что означает постепенно отходить от периода щедрых расходов в предыдущие кризисные годы, но не вводить еще режим строгой экономии. Имеющие юридическую силу правила обязывают поддерживать дефицит государственного бюджета ниже 3% и отношение долга к ВВП ниже 60%. В настоящее время некоторые страны-члены ЕС значительно превышают эти показатели. Брюссель позволяет другим столицам проявлять гибкость в том, как они сокращают свой долг, и меньше им помогает. В течение весны Еврокомиссия представит каждой стране рекомендации по расходам на 2024 год в соответствии с их собственными планами. Если она посчитает эти планы недостаточно амбициозными, то сама предложит, как сокращать излишние траты с учетом национальных особенностей. В этом году Брюссель не наказывает за чрезмерный дефицит, но оставляет за собой право вводить финансовые санкции против нарушителей уже в 2024 году. On defense and also on supporting households and companies to cope with high energy prices. So basically in the past 3 years we had very large public spending, and you know, somehow ending that and starting a fiscal consolidation will be a major challenge, I'm afraid, for many countries in 2024. So countries in the most difficult positions are those that have the highest public debts. Including, you know, Greece, Italy, Spain, but I think also France will face major challenges. Главы государств и правительств ЕС начнут обсуждение новых фискальных рамок на мартовской встрече в Брюсселе. Исходя из результатов спора между расточительным югом и рачительным севером Европы, Еврокомиссия представит свое юридическое предложение о том, как будут реформированы бюджетные правила. Их еще должны утвердить страны-члены ЕС.